Трактор РСМ-2375 в Чуринском совхозе. Это Чуринский совхоз. Здесь очень много техники. Очень много. Вообще, просто много. Вот, смотрите, это культиватор, что ли, или дисковарна такая. Такими зубками. Как можно? Навес, конечно, здесь уже такая идет. Ну, хороший. Не знаю, закончили они посевную или нет. Колеса спаренные. Здесь фары тоже были раньше, наверное. Их переставили сюда. Трактор шарнирно-сочленной рамой. 375 лошадиных сил. Всем пока-пока.